Алия Амирова провела сеанс одновременной игры со всеми желающими участниками. 22 ученика захотели попробовать свои силы в игре с таким сильным соперником. Во всех поединках победу одержала чемпионка страны. Тем не менее, ребята тоже остались довольны игрой, ведь им удалось посоревноваться с именитой спортсменкой и в ходе состязаний пообщаться с ней. Детей интересовали то, как она добилась успехов, что это ей дает и какие соревнования ожидаются в ближайшее время. О цели визита в Кумертау Алия рассказала и в интервью нашему телеканалу. В рамках предстоящего финала Кубка мира по стоклеточным шашкам среди женщин и мужчин, который будет проходить в марте в городе Уфа, где соберутся сильнейшие шашисты со всего мира, мы будем проводить мастер-классы и сеансы одновременной игры. Это очень полезно для детей, которые интересуются именно нашим видом спорта, интеллектуально развиваются благодаря шашкам. Игра с чемпионкой стала настоящим событием для учащихся. С профессионалом такого уровня играть сложно, но интересно, признаются ребята. В шашки я играю уже, наверное, где-то лет 6, а впечатления от игры очень хорошие. Ну, опыт прибавляется, как бы, ну, для игры. В принципе, да, сложновато, чем с родителями там или с друзьями играть. Сложновато с чемпионом. По словам знаменитой шашистки, у многих участников турнира неплохие данные, и поэтому ребятам нужно продолжать заниматься. При игре в шашки развивается память, логическое мышление, умение анализировать и принимать решения, отмечает она. Шашки – это не просто игра, а серьезный вид спорта. Успеха здесь можно добиться лишь путем упорных тренировок. В завершение турнира Алия Амирова пожелала всем успехов и пригласила на предстоящий финал Кубка мира по международным шашкам.